Друзья мои, началась масленица. Ну а какая масленица без блинов? И сегодня мы готовим вкуснейшие блинчики. Для этого нам понадобится 3 яйца, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки. И перемешаем до однородной массы при помощи венчика. Добавим 250 миллиграмм горячей воды. Теплого молока. Возьмем миксер и собьем миксером. Остается добавить 280 грамм муки. Довести это до однородного состояния. И добавить 20 миллиграмм растительного масла. Ну вот наше тесто для блинов готово. В микроволновке растоплю кусочек сливочного масла и буду смазывать им готовые блины. И печем вот такие замечательные блинчики. Каждый блинчик смазываем сливочным маслом. Что за блинчики без масла? Вот так, друзья, мы с вами на скорую руку быстренько напекли блинчики. Пока семья отдыхала, уже можно готовить. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всех с масленицей. Пока-пока.